суток. Сегодня я расскажу вам, как скачать и установить один из лучших платных антивирусов Dr. Web Security Space и пользоваться им абсолютно бесплатно. Для этого нам понадобится скачать саму программу. Для этого заходим на официальный сайт данного программного обеспечения и скачаем демо-версию на один месяц. Ссылочку на ресурс я оставлю в описании. Как только программа загрузилась, переходим к следующему шагу. Следующим шагом у нас является поиск ключа лицензии для данного продукта. Где его найти? Показываю. Заходим в социальную сеть ВКонтакте. Ищем группу «Ключи Dr. Web». На данную группу ссылочка будет тоже в описании. Что это за группа? Здесь периодически выкладывают журнальные ключи для Dr. Web Security Space. Поэтому вы всегда сможете найти здесь ключик на 3-4 месяца. Вот, допустим, есть один из них. Качаем его. Итак, сама программа и ключ активации для нее у нас уже есть. Перейдем к непосредственной установке антивируса. Запускаем установщик. Язык установки русский. Установить Brandmauer Dr. Web. Так как мы хотим максимальной защиты нашего компьютера, выставляем галочку. Проверить параметры установки не будет лишним. Оставляем все галочки, кроме подключаемый модуль для Microsoft Outlook, так как он нам не нужен. Почтой мы не пользуемся. Окей. Жмем «Далее». Сразу же нам предлагают указать путь к действующему ключевому файлу. Нажимаем «Обзор». Ищем рабочий стол. Выбираем наш ключ. Жмем «Ок». Можно также указать ключ и позднее, и после установки, и в процессе установки. Продолжим. Жмем «Установить». И дожидаемся окончания установки нашего программного обеспечения. Итак, установка завершена. Перезагружаем наш компьютер. После установки антивируса перезагрузили компьютер. Следующий очень важный этап – это отключение постоянного обновления Dr. Web, так как журнальные ключи скачивают все, и если будет стоять автоматическое обновление, то данный ключ блокируют. Тем самым вы и себе испортите лицензию, и всем остальным, кто ей пользуется. Поэтому находим значок доктора Веба в панели задач, жмем на нем левой кнопкой мыши и нажимаем «Замочек». В правом углу находим значок настроек. В левой колонке ищем ссылочку «Основные». Далее «Обновление».
и находим здесь периодичность обновлений. Выставляем ее вручную. Закрываем настройку. И можем пользоваться данной программой. А также в последующем вам нужно будет каждый раз скачивать такой ключик. Поэтому советую вам сделать закладку этой группы. Так как здесь постоянно выкладывают ключи. Приблизительно раз в 3 месяца скачиваете ключик. Открываете значок доктора Веба, лицензия, купить или активировать новую лицензию. Укажите ключевой файл. Нажимаем кнопочку обзор и указываете путь к новому ключу. И нажимаете ОК. И еще одно важное замечание. Для тех, кто любит скачивать различные кряки, кейгены, ключи. Так как антивирус их блокирует, добавляет в карантин, и у людей возникает вопрос, как же отключить данный антивирус? Доктор Веб, Security Space 11 версии. Все достаточно просто. Находим, опять же, наш значок. Открываем замочек. Отключаем все компоненты защиты. После чего можем скачивать любые опасные для компьютера файлы. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всего доброго.